мы в Осло. Вот тот паром, на котором мы приплыли. Датский флаг. Вот так это все выглядит. Пристань. Вот опять какой-то корабль пришвартовался. Или уже давненько. Вот так это все. Уже снежок. Смотрите, это Осло. Вот такая вот ситуация. Автобусная остановка. Автобусы вон там есть, такси. Здесь все. Вот люди выходят. У нас 42-й причал. Вот люди выходят с корабля. Так вот это все выглядит. Вот написано Копенгаген. И сегодня назад, в 6 часов вечера, мы с этого же парома будем отправляться.